Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Вы погибли от голода и прожили целых 25 дней. Угадайте, на каком я аккаунте. Многие просят, снимай, продолжай снимать, выживать заново. Где новичок или куда делся бумага? Ребят, вот бумага, вот новичок. И продолжаем выживать заново. Ребят, обязательно сейчас... Очень важно поддержать лайками, комментарием. Если вам очень нравится эта рубрика, обязательно, ребят, лайки, комментарии. Важнейше просто некуда. Чем больше лайков, комментариев, тем быстрее выйдет следующая серия. Перестал снимать, потому что перестали лайки. Ребят, если, конечно, тяжело написать сразу два комментария. Ну что? В принципе, давайте ознакомимся всем тем, что у нас есть на базе. Продолжим просто извергать кучу, огромнейшую кучу лайфхаков. Максимально нужно, наверное, в самом начале уделять внимание тому, чтобы не подлагивало. Помним, что здесь вот условия положения немного правее. У меня даже в мышку должно видно, где-то в районе вот там. Нажимаем условия положения немного правее на более светлом сером. Нажимаем, удержим целых 10 секунд. Это очень топово. Я думаю, что есть ребята, которые еще этого не знают. Появляется вот такая вот штука. Нажимаешь в кул, сохранить. Игра идет плавнее. Итак, без доната, ровно 13 роликов. Я играл сугубо на роликах, практически не играл вне видео. Вот что мне удалось собрать, я думаю, это довольно неплохо. Можете посмотреть, куча лайфхаков, есть у меня палец, есть у меня куча всего. Поэтому, ребят, медь, броня, щенки, практически ничего не собрал я там. Никаких построек, но зато есть много чего уже у меня интересного. Итак, ребят, в сегодняшнем видео я думаю, что, ну, можно, конечно, пойти в бункер Альфа, продолжать там высекать искры зомби, максимально, естественно, поглощать опыт как губка. Ну и зачем же я вначале слился? Для того, чтобы не хотеть пить, не хотеть жрать, ничего этого не хотеть, сливаемся, появляешься у себя на базе. И, кстати, вот этот труп, который я забрал полностью, можно использовать как один ящик, как еще один ящик. Из ящиков. Выбираем, какое оружие мы с собой возьмем. Я думаю, что это будет у меня больше всего трубы. Разрушитель возьмем. Возьмем одну трубу. Вот так вот сделаем. Красиво. Я не думаю, что весло нам подойдет в бункере Альфа. Я возьму биту и еще какое-то более-менее хорошенькое оружие. Я думаю, монтировочка. Глоки, я думаю, найдем внутри. Потому что один из блоков нам выпадет за палец. Сейчас чекаем бункер Альфа код и выдвигаемся просто терзать лайфхак из бункера Альфа. Какой же у нас сегодня код? Это 39902. Думаю, запомню. Я думаю, что не забуду. Сейчас вылетаем на глобальную карту. Единственное, что посмотрим, что нам лекарь сегодня дает. Рукопашечка, шанс найти оружие увеличен и детали для транспорта. Давайте шанс оружия увеличим. Почему бы и нет? Странные ягоды эффект на нас уже дают. И, кстати, нужно обратить внимание на то, что в бункер Альфа мы уже идем 39902. И именно этот пароль нам сегодня будет нужен. Так, выдвигаемся на глобальную карту. У нас есть сезон. И есть, конечно же, немаленькие бонусы для всех выживших. Я постараюсь, естественно, в одном видео это все вложить. Может быть, даже бункер Альфа для нас отменить. Было бы неплохо, но ведь без именно астралистов там делать нечего. У меня 0 астралистов, поэтому да, мы выдвигаемся в бункере Цельфец. Только после того, как мы нафармим немного астралиста, ребят, каждому выжившему нужно фармить астралиста. Он дается за убийство любых зомби на глобальной карте. Это очень важно. Фармить зомби. И как только у вас наберется немножечко астралистика, я попробую тоже набрать. Мы пойдем в очень крутое место и там будем делать мега лайфхаки. Потому что до конца сезона есть еще время. Итак, вы помните, что вот этот зомби это еще один ящик. Собирать полностью все не нужно и в принципе и не надо. Так, 3 девятки 02, 3 девяточки 02. Отлично, чекаем, что здесь в ящиках лежит. Все стандартное, но я помню, что не все стандартное здесь оставлял. У нас есть уже немного талонов. Талоны для выживших это очень-очень важно.
Так, есть даже теплый сет. Я думаю, что он нам вскоре понадобится, поэтому возьмем-ка мы его сразу же с собой, для того, чтобы хоть как-то держать удар внутри бункера. Так, залетаем в бункер Альфа. Именно здесь мы будем начинать фармить наш астролист. И, конечно же, просто-напросто новичок будет превращаться еще быстрее в нормально нереального выжившего. Ну, то есть прокачивать аккаунт максимально. Конечно, идеально было бы, если бы нам выпало, например, семена мозговихи, которые увеличивают шанс на, ну, опыта получения. Так, кстати, ребят, вот в этом ящике, в этой урне, ребят, это не ящик, да мусорка простая, всегда лежит талон. Практически всегда. 90% из 100 лежит там талон. Даже 2, и даже оранжевый. Это, кстати, очень странно, но тем не менее, это бывает. Так, монтировка тоже не раз меня спасала, и я вспоминаю свои первые деньки на Михалыче. Итак, ребят, еще один лайфхак. Кстати, давайте уже сначала добьем палец, заберем, глок возьмем, потому что у нас сейчас с огнестрелом очень туго, я не взял с собой ничего. Астролист просто добавляется, палец открывается. Изи бризи. Забираем. В стеллаже все, что есть. Не забывайте, ребят, что от вас зависит скорость выхода следующего ролика. Глок заберу, все остальное оставлю. Естественно, для того, чтобы и попозже это все забрать. Потому что копеечка к копеечке, и у вас уже будет все. Есть лайфхак, где брать молотки, где брать ключи. Ключ и молоток находятся вот в этом стеллаже. Обязательнейшим образом всегда следите за тем, чтобы у вас это в локации вот этот вот ящик был залутан. Здесь или 100% молоток, или 100% ключ. Поэтому открывать вот это всегда важно. У меня есть молоток. Кстати, здесь тоже есть немножечко хорошего лута. Отправляюсь я ровно на второй этаж для того, чтобы максимально забрать оттуда, ну, зеленых талонов. Я на оранжевые даже не претендую. Чисто по зелененьких будем. Что хотел сказать дальше. Лучше всего здесь использовать глок. Вот в этой первой локации. Как только ты пришел в комнату зомби, тебя разорвут. Ну, вернее, не тебя, а твою броню. Поэтому, если вы хотите сэкономить немного брони, нужно как-то пробовать экономить в плане, ну, как минимум с одного удара пробовать убивать у зомби, это важно. Потому что чем больше вам наносят урона, отходим и бьем, довольно-таки хороший радиус атаки у разрушителя. Можно кувалды. Кувалда тоже к нам подходит. Так, помнится еще то время, когда здесь вот этот толстяк патрулировал. Он не стоял, он ходил туда-назад. И это было, в принципе, довольно-таки неплохо. Уровень залетает. В принципе, посмотрим, что нам здесь дается. Вы на 5 сопротивляемся. Это очень помогает нам в сражении с слепым охотником. Думаю, что слепой охотник у нас только вопрос времени. Соточка. Вот соточку, по-моему, с одного раза не убивает. Ух ты, чё, убивает. Какая же хорошая плюс, хорошая бита, когда у тебя есть рваные раны. Простая бита, по-моему, стыкаря не убивает нашего. 24 выбьет только 70 урона и все. Поэтому очень удобно, кстати, иметь хорошее оружие при борьбе с Волтриком. Так, дядя, привет. Обязательно идите сюда. Ой. Итак, ребят, выбираем того противника, который левее постараться. И следим чисто за ним. Ударил, скрылся, ударил, скрылся, ударил и скрылся. Обязательно вот такой вот танец ты должен танцевать постоянно. Ты должен это отточить. Для этого важно включить 60 кадров. Для этого, если ты хочешь включить 60 кадров, обязательнейшим образом посмотри начало видео. Там все делается, там все есть. Теперь выбираем, ну, у нас нужен барьер между мной и вот этим зомби. Маловато, остаемся здесь. Отходим, ударил. Ударил. Отлично. Еще более круто. Максимально идеально. Ударил, отошел. Это идеально. Ну, конечно, если 60 кадров не стоит, тоже можно воевать. Но там так идеально не получается. Практически не получается. Есть, конечно, тема ударить вот этого дядьку большущего, яростного гиганта, не получить ни одного урона в ответ.
У меня пока что это не получается. Ребят, напишите, у вас уже получалось ударить яростного гиганта со спины разрушителя, чтобы он в ответ вам ничего не сделал. У нас есть здесь, ну блин, есть толстяки, поэтому с толстяками нужно каким-то более скоростным оружием воевать. Дяди толстяки, я не знаю, но они по-любасу согрятся, несмотря ни на что. Поэтому выбрать какую-то хорошую стенку было бы неплохо. Здесь вот эта стеночка, конечно, отлично нам подойдет. Не знаю, будут ли вот те руки. Опа, это не подойдет стенка. Поэтому приходится вот так вот вырубать их впрямую. Я помню, что у нас уже автоматический быстрый автокилл есть. Я так понимаю, что броня моя сейчас летит. И вы видите, насколько игра сейчас сыграла в шутку против меня. Потому что она, ну, то есть меня раздели зомби. 10 урона жесткого, кстати, наносят. Это немало. Игра меня раздела. Игра, в принципе, что? Вот, забираем. Забираем. То есть эту стеночку не используешь. Так, дальше. Лучше всего, конечно же, использовать тоже стенку. Попробуем яростный гигант. Давай ты что там, бешеный что ли? Я не знаю, попробуй использовать и тут стенку. Надеюсь, что яростный гигабайт нас не уничтожит с одного удара. Но, в принципе, не должен. Опа. Итак, отлично, ударил, спрятался, ударил, спрятался. Ребят, это самое главное правило именно борьбы из-за стены. Нужно найти критичную точку, далеко не отходить. Лучше всего, конечно, я так делаю с мачетой. Ну или катана еще идеальнее. Особенно для тех, у кого нет ни одного модуля. Я думаю, что катана самое идеальное ближнебойное оружие. Она остается ближнебойным идеальным оружием в секторе, то есть в кратере. Ну, практически. Я там немножечко плоховато его поставил, поэтому у меня есть траблы. И я как-то даже неуверенно себя чувствую, а астралистик добавляется. Отличненько. Мы убиваем и чистим бункер Альфа. Это просто топ. Я думаю, что каждый из вас хоть раз пробовал именно вот таким вот способом зачистить весь бункер Альфа, и ну, на это единственное, что уходит очень много времени. Довольно очень много. Так, что, забираем бутылки. У нас уже, в принципе, аптечки хилят. Неплохо. Бинты наши, не аптечки, бинты. Бинты наши, довольно неплохой хил. Пиво, я не знаю, можно забрать и пиво. Бывает лекарь очень редко, но... Лекарь, говорю, торговец очень редко, но пользуется такой вот слабостью просить... На, для себя в вознаграждение пивас. То есть обменять ящик оружия можно на пиво. Это очень круто. И я думаю, что как минимум интересно. Менять вот такие вот ящики с оружием. И получать за них, естественно, как минимум целый огнестрел. Ну, может быть, если не особо повезет, трубу, уже мачету, разрушитель. И все интересно. Так, перекрыл. Смотрите, здесь есть громила. Как нам убить громилу? Ну, практически здесь понятно, что громила не убивается, но были времена, когда этот громила, в принципе, сливался не так уж легко, но в смысле сливался. Поэтому, ребят, я думаю, что возможность показать этот ролик у меня есть. И если честно, хотите это увидеть, напишите мне только обязательно в комментариях, и я покажу вам этот видос, как ребята снимали. Конечно, подрискую тем, чтобы ну, прилетели какие-то авторские. Ну, по-моему, я тоже сливал этого громилу. Тогда существовал баг, и практически все этим багом пользовались. Вот здесь на трубу можно было залезть и попасть туда к громиле. Причем громила вас не трогал, а только вы его единолично разрывали на куспаны. Так, разрушителем будет лучше всего сейчас бахнуть его со спины. И два удара, и до свидания. Ну, тут, конечно... Я сразу понял, что мне не дадут убить именно толстяка. Они станкуют. Я не знаю, как так переключается ваш персонаж на того, у кого больше хп. Хотелось бы, конечно, сначала убивать одного, потом оставлять другого. Ну, то есть максимально эффективно это все делать. Я думаю, что ботинки тут уже на один удар, и можно их удалить, так как они уже по прочности свое отыграли, отвоевали. Отлично. Отлично. Итак, надеюсь, что не выйдут. Вышли.
Опа-на, стена. Блин, капец, он попадает. Он замедляет, замедленный какой-то, синхронизации нет у игры. Попадает зомби, но не всегда. Итак, выбрать навык, что у нас, где получаете больше опыта, рыбалка. Рыбалка отличная тема, но опыт тоже нам как бы не против заработать. Забираем все. Тут у нас есть вариант пробежать просто вот так вот. И в принципе сейчас в этом видео мы будем освобождать очень крутого мужичка, который, естественно, здесь таится, ждет нас. Ну и, наверное, помоги мне выбраться. Во-первых, он в броне. Я, если честно, хотел бы его грохнуть. И мне бы круто было сказать, что он будет там в дальнейшем обменивать крутые ресурсы. Реально, это дискеты с координатами. Было бы неплохо, чтобы он сразу же дал нам дискетку, ну, на халяву. Так, 108 урона. Теперь мы узнали, сколько у нас урона можно выбить нашей битой. То есть с разворота именно со спины. Жесткий рассинхрон. Ну, в принципе. Нужно на звук, да? Как вот, попался. Короче, ребят, тут одного нужно обязательно убивать. Я, конечно, хочу хотя бы один удар не получать. То есть я получаю один вместо двоих. А то бывает и вообще не получаю. А вот здесь уже можно работать с одним довольно-таки удобно. Потому что я думаю, что монтировка максимально идеальное оружие для вот таких вот испытаний. Они, ребят, помогают нам довольно-таки мастерски убивать зомби. Во-первых, быстрая атака, скорость атаки зашкаливает. И довольно неплохой радиус. Так, что мы первое видим? Мы здесь можем какие-то модули поставить. Ну, понятно, что у меня сейчас модулей нет, поэтому... Этот стол для меня вообще. Я тут застрял, дверь закрылась. Понятно, что закрылась. Если честно, я бы вот сейчас торговаться начинал и дискету. Как получить дискету в самом начале? Конечно, было бы хорошо снять такой видос. Собака сутулый дал мне дискету. Спасибо, мне повезло, что ты оказался здесь. Конечно, давай дискету. Я думаю, сможем работать вместе. Ты давай дискету. Ну, встретимся в комнате смотрителя. Ты дискету давай. Короче, мужик... Побежал, потому что я не открыл ему двери. А если ты открываешь ему двери, он побежал вокруг, представляете? Вот. А если бы дверь ему открыл, то он бы побежал сюда. Я не знаю, может быть, вернется сейчас. Может быть, вполне, что он вернется. Ладно, пускай бежит. Кстати, он должен здесь сейчас где-то пробегать. Встретил выжившего. Ну, он бежит целый бункер и бежит вокруг. Теперь, ребят, мы можем, естественно, получать... О, вон он там был на мини-карте, отлично. Я хочу еще согреться вот на этого мужичка. Довольно-таки суровый противник. Так, иди ближе. Во. Все. Так, шапка. Я думаю, что хотя бы один удар сдержу вот в таком вот обмундировании. Потому что не хотелось бы пасть с одного удара. Ух ты, ё-моё, 102 урона, вот это закинул. Как-то он хочет забежать в комнату. Почему-то плохая идея была вот так вот сражаться. Нажимаешь атаковать, и он бежит в комнату. Это плохо. Так. Да, плохо, плохо эта стена работает. Каждый раз, когда нажимаешь, он что-то бежит вперед. Не хочет он бить со стены. То есть именно наш персонаж, поэтому можно застрять и довольно-таки хорошо получить в щи. О, ну вроде труба как-то более адекватно себя ведет. Это, наверное, из-за монтировки, ребят. Как же он рычит, этот зомби. Хорош, астролистик полетел, в принципе, получаю первые бонусы, и это есть очень круто. Это есть и пить очень круто. Так, молоток еще один, с молотками мне сегодня везет, да, то есть у нас ключи не падают, падают молотки. Ну, я думаю, это тоже неплохо.
открыть ящики, воевать ради ящика, которого я не смогу открыть со взломщиком, я не буду. В принципе, я освободил нашего дядьку, который застрял в бункере Альфа. Особо, конечно, заморочился с убиением зомби. В принципе, активировал, забрал, залутал то, что нам за палец. Немного подфармил астралиста. Хотя астралист можно фармить более экономными способами. Итак, ребят, давайте посмотрим, что он нам будет говорить. Я, если честно, ностальгирую поэтому со всей силы. Вы помните, как вы, ребят, первый раз вот этого дядьку освобождали? До этого эта комната была закрыта. Вы помните? Ну, понятно, что тут дискеты, понятно, что тут все в имеется, все хорошо, все идеально, максимально идеально. Выдвигаемся, в принципе, на глобальную карту. Можно забрать здесь, бывает, выпадает и еда, и вода. Это бывает, забудешь на базе, пришел сюда, воду, еду забрал и ушел. В этот раз только вода. Так что, ребят, не забывайте, что сугубо от вас зависит срок выхода следующего видоса. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Это очень важно, ребят. Важнейшим образом от вас зависит выход следующего видоса. Лайк, комментарий, подписка. Также условием есть участие в розыгрыше. Поэтому, да, буду донатить во время стрима своим подписчикам. Ребят, не забывайте лайкать, подписываться и комментировать. Кстати, обратите внимание, чтобы вы были подписаны с колокольчиком, уведомления все. А сейчас удачи, пока, и мы увидимся в следующих видео.